Давайте с вами сейчас посмотрим, какой урок вы проходите. Три позиции. Первое. Какой урок вы проходите? Урок сомнений. Сомнений. Вы не должны сомневаться, когда идете к своей цели. Здесь урок такой, что вас проверяют, пойдете ли вы к своей цели, или вы будете тормозить, останавливаться. Шаг вперед, два назад. То есть вы тут очень большие сомнения. Вас здесь запутывают, вам говорят там и друзья, и враги, что-то там, да, и доброжелатели, и недоброжелатели. Вы можете прислушаться к ним, а можете не прислушиваться, потому что как бы у вас своя дорога, свой путь. И вот здесь вы сами решаете, пойдете вы своей дорогой или нет, или вы все-таки будете кого-то слушать. То есть здесь вам такой урок: научитесь не слушать никого, а идти своим путем. Своей дорогой, делать то, что вы хотите, идти туда, куда вы хотите. Вторая позиция. Какой урок вы проходите? Ну, здесь вы становитесь учителем. Возможно, у вас уже очень много знаний, и вам нужно передавать знания. То есть вам нужно научиться передавать знания другим людям, тем, кому они важны, нужны. Может быть, кто-то у вас может прийти и помощи попросить, какой-то совет. Да? Или здесь еще возможно, что если у вас еще нет недостаточно каких-то знаний, вы сейчас проходите период обучения, возможно, вам нужно чему-то научиться, какой-то жизненный опыт, который вам очень-очень потом пригодится. Вы сможете этот опыт передавать дальше людям, тем, которым он будет важен, нужен. Здесь у вас период обучения, и те, у кого уже большой опыт, тут некоторые люди могут уже сами его передавать. Вы уже сами можете обучать людей, передавать, научиться чему-то и передавать свой опыт. Третья позиция. Ну, здесь вы учитесь совладать со своей силой, со своей собственной, потому что у вас внутренний стержень очень сильный. Здесь у вас сейчас море энергии, и вы можете решить все, вы сможете справиться с любой задачей, абсолютно все, что происходит. И такой вот у вас сейчас период, что вам нужно научиться идти просто и делать, и не бояться. То есть здесь можно заниматься любимым делом, у вас все получится. Не думать, что вот столько работы много, просто брать и делать, потому что вам просто нравится, вы со всем справитесь. Вот. Здесь вы найдете подход к людям. Здесь вы понимаете, чего вы хотите, идете просто и делаете, берете и делаете. Захотели вы это, берете просто. И своим вот этим, своей настойчивостью, своей мягкостью, да, и вот этим своим внутренним стержнем, своим желанием. Вот. Здесь так.